теперь нам нужно двигаться к парковке. И к арсеналу. Сократим здесь путь, чтобы не оббегать. Так, две травушки. Давайте возьмем и смешаем сразу их, чтобы поменьше места занимали. Так, здесь у нас что-то лежит, по-моему. Угу. Кислотные гранаты. Все, идем вниз к арсеналу и к парковке. Так, здесь у нас пока тишина, никого нету. И здесь у нас где-то патроны должны быть, если я не ошибаюсь. Так и есть. Слышу собак. Не будем с ними связываться. Тратить патроны на них. Цветок. Так, где у нас лента-то? Лента. Цветочек. Птичка. Так, наверное, давайте арбалет скинем тоже пока что. Базуку оставим, так как вроде бы... Шерри, я повсюду тебя искала и так беспокоилась. Вроде лизуны должны быть. Солнышко, нам нужно идти, хорошо? Если мы останемся, этот монстр найдет нас. Пошли. Нет, я не буду. Что случилось? Вы мне не доверяете? Там мой папа. Наверное, он в беде. Я слышала, как он кричал. На папу напали зомби, я должна ему помочь. Шерри, подожди, не иди сама. Шерри, Шерри! Так, передают управление Шерри. Шерри, надо быть аккуратным, потому что у нее ни оружия, ничего нету такого, а тут шагают зомби. Так, как-то... Оп, побежали. Возьмем карту. Итак, здесь нам предстоит сделать все то же самое, что мы делали Адой. Когда... играли за Леона. То бишь, переставить ящики, сделать мост из ящиков, чтобы пройти на другую сторону.
Так, отлично. Мы сделали это. Теперь запустим воду. Отлично, мы взяли ключ. Все, можно возвращаться, но перед этим заскочим еще в одно место. Мы возьмем там дополнительные гранаты. Вроде как гранаты. Для гранатомета. Оп. Оп-оп-оп. И уже можно будет возвращаться обратно к Клэр. Простые гранаты. Так. Оп. Чуть не срыгнул на нас. Шерри, ты в порядке? Ты нашла своего отца? Да, я в порядке. Не смогла его найти. Но я нашла что-то интересное для вас. Вот еще один. Спасибо. А теперь почему бы тебе не подойти сюда? Хочешь остаться со мной? Клара, я не могу добраться до вентиляционного отверстия. Но не волнуйся, я найду другой путь. Я могу сделать все сама! Шерри, подожди! Вернись, Шерри! Клара, ты меня слышишь? У нас появился доступ к задней части стоянки. Got it. Я ухожу отсюда и иду в канализацию. Ты можешь меня там встретить? Я уже иду. Так, у нас еще здесь дела не закончены, чтобы туда идти. Берем ключ и гранаты. Бери ты уже эти гранаты-то. Я уж подумал, что ей не нужны эти гранаты. Так, там сейчас собаки. Оп. Мимо одна проскочили. Второй. Отлично. Комната вскрытия. Так, здесь у нас лизун. Держи. Ах ты какой живучий. О, еще. Отлично. Карточка от арсенала. В арсенале у нас ждет подсумок, так как автомат мы взяли, играя за Леона. Но перед началом надо подать энергию. Будет небольшая головоломочка еще одна. В принципе, она несложная.
Аптечка у нас там есть, красный цветок тоже, так что можно будет смешать. Здесь у нас карта. Давайте разгадаем головоломку. Итак, нам нужно, чтобы было 80. Делаем вверх, вверх, вниз, вверх и еще раз вниз. Все, теперь можно отправляться в арсенал. Собираем припасы. Гранатки еще есть, кислотные. Берем подсумок. Сейчас вы наденете подсумок. Окей, босс. Все, пошли. У нас добавилось еще 2 слота. Итак, нам остается теперь проведать эту область, отправиться в часовню. Здесь у нас собаки, да? Отлично. Патронов хватило. Так, цветочек. Пока смешивать не буду, так что у нас там есть красный цветок. Может, с красным смешаем. Ой, ё. И не видно даже было эту собаку. Придется один как раз истратить, а второй оставим на смешивание. Так. Что здесь у нас? У нас здесь вольер с собаками тоже. Есть одна. Есть вторая. Так, почему-то я думал, что их здесь 3. Берем рукоятку, она нам пригодится в часовне. Так, синий цветок. В принципе, можно смешать и с синим. Вот так. С красным, ладно. Думаю, найдем еще что-нибудь для красного цветка. Или тут правильно шли? Правильно, правильно. И там трупы лежат. Причем в одинаковой одежде.
Сейчас еще один. Зеленый и синий цветок. Давайте совершим сразу. Тело разорвано на части, как будто что-то внутри него взорвалось. Здесь пусто. Помним, да, катсцену, когда из него вот это все вырвалось, это амфибия. Так, и места у нас нет. Что-то думать. Что мы будем думать? Нам нечего, надо обратно возвращаться. Так, можно открыть эту дверь. Пусто здесь, мы с Леоном, когда играли, все забрали уже. Так, дневник сторожа. 11 августа. Мне довелось увидеть голубое небо впервые за прошедшие годы, но это не помогло мне избавиться от хандры. Шеф отчитывал меня за пренебрежение служебными обязанностями, когда я был на вершине часовой башни. Единственное, что я до сих пор не могу понять... Шеф, казалось, был больше озабочен тем, что я забрался на башню, а не тем, что оставил свой пост. Да и вообще, зачем кому-то понадобилось запрещать доступ на башню? 5 сентября. Я недавно разговаривал с стариком, что работает на мусорной свалке. Его зовут Томасом. Довольно тихий и, кажется, очень любит шахматы. Он даже для дверей на своей свалке сделал особые замки и ключи в виде шахматных фигур. Мы договорились с ним сыграть партию в шахматы завтра вечером. Интересно, насколько он хорош? Единственное, что меня беспокоит, так это то, что он вечно чешется. Что это, кожная болезнь или просто невоспитанность? 9 сентября. Томас оказался куда лучшим игроком, чем я мог предложить. Раньше я считал себя хорошим шахматистом, но он расправился со мной в два счета. Пожалуй, единственное, что может сравниться с его мастерством, так это неумеренность аппетита. За время игры он только и говорил, что о еде. На вид он был вполне здоров, только что-то в нем казалось не очень странным. Интересно, все ли с ним в порядке? 12 сентября. Сегодня у нас с Томасом должна была состояться еще одна партия, но нам пришлось ее отложить из-за его плохого самочувствия. Он заглянул ко мне, но я отправил его домой отдыхать, потому что выглядел он словно ходячий мертвец. Хотя он утверждал, что чувствовал себя нормально, но с первого взгляда было видно, что у него реальные проблемы. Если подумать, в последнее время я и сам стал чувствовать себя неважно. Так, еще... кислотные гранаты. Теперь возвращаемся обратно в полицейский участок. Давайте-ка сходим к ящику сначала. Потому что нам нужно взять зажигалку.
Так, что мы выбросим? Аптечки. Аптечек, конечно, у нас уже накопилось очень много. Так. Что еще? Зажигалку нам надо взять.